Но ИГИЛ чуть позже, потому что вот я хочу задать вопрос Анастасии. Насколько я понимаю, вы ведь приняли ислам уже тоже в студенческом возрасте, правильно? Более того, я училась как раз на философском факультете. Так. Я изучала арабский язык в ИСАА. Я ходила, ну, правда, уже на старших курсах, на пятом курсе в хиджабе. Более того, я была не одна такая студентка русская. И у факультета не было никаких вопросов, потому что я, например, не ушла в ИГИЛ. Более того, мой герой сегодня – это Касим Сулейман, если кому-то о чем-то говорит это имя. Сейчас идет гражданская война в исламе, и против ИГИЛ воюют сами же мусульмане. Поэтому проблема не в мусульманках, проблема не в хиджабе, проблема не в том, что она стала совершать намаз, потому что это делает каждая мусульманка, русская или не русская. Я по работе своей очень много общаюсь с русскими девушками, которые приняли ислам. Я работаю в исламском женском журнале. И я могу сказать, что 95% этих девушек никакую ИГИЛ не поддерживают, и никуда они не собираются бежать. И не нужно шельмовать философский факультет, там учатся взрослые люди. Там, понимаете, вы это не делаете, это делают в СМИ сейчас.